Ну вот, Сергей, вы 2 дня пропутешествовали с нами по Иерусалиму. Какие у вас впечатления? Впечатления от Иерусалима просто потрясающие. Когда в одном из мест меня спросили, вам понравилось, сам вопрос поставил меня в тупик, потому что ответить на него было невозможно. То, с чем сталкиваешься здесь, это просто потрясение. Ты оказываешься перед лицом такой вечности и такой истории, о которой имел по своей жизни раньше только весьма смутное представление. Во-первых, я нисколько не жалею, что приехал сюда. Во-вторых, тех впечатлений, которые я здесь получил, хватит мне, наверное, на следующий год, потому что количество информации, которую я за эти пару дней здесь получил, для того, чтобы ее переварить, потребуется год, и, наверное, вернуться опять и к Ветхому Завету, и к Новому Завету, и перечитать еще массу литературы. А вообще уже есть ощущение, что наверняка и точно захочется вернуться сюда еще. И, конечно, слова особой благодарности Владиславу и Марине. Это удивительные люди. Они заставляют вас чувствовать себя не туристом, а дорогим и желанным гостем. Это люди, которые обладают, помимо энциклопедических знаний, очень большим тактом. И почему-то перед ними открываются те места, в которые обычные туристы не попадают. За это им особое спасибо и очень большая благодарность. Это вам спасибо, что вы приехали. Приезжайте еще, мы вас ждем. Спасибо. Спасибо.